Полетели. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре. Ясно, что должно быть. Четкие движения и новое видение. На сцене педуниверситета рождается новый танец. Девушки из ансамбля «Фантазия» репетируют более старательно. Впереди у них сразу два ответственных мероприятия. В марте коллектив народного танца празднует свой юбилей 50 лет. А уже в апреле примет участие в ежегодном студенческом фестивале. На этот раз танцевальный номер ставит не только их руководитель. У каждого художника своя кисточка. И, соответственно, здесь я несу хореографию с той стороны, с которой я ее вижу. И как бы этим делюсь с ребятами. На данный момент полностью моя работа. Ну, мы, соответственно, как бы с руководителем прорабатываем определенные моменты, то есть совещаемся. Если что-то где-то не устраивает, мы подстраиваемся. Побежим вот таким вот образом, устраиваем диагональ и их встречаем. Ясненько? Артисты коллектива не скрывают. Такой трехдневный мастер-класс от опытного хореографа – бесценный опыт. Ну, во-первых, много терминологии, так как мы все в основном из детских коллективов. Где-то, конечно, у нас есть, где-то самодеятельность, где-то это школа искусств. Некоторые термины, конечно, мы потихонечку перенимаем в свою уже танцевальную культуру. И, конечно, это новый опыт, поэтому с человеком, с Евгением Александровичем, мы сработались очень-очень быстро. Как-то так вот у нас произошла связь, сработала, заключилась, и работать нам комфортно, вполне позитивно, и посмеяться есть время, и прерваться, и послушать истории из жизни Евгения Александровича тоже. Артисты уверены, новый номер составит серьезную конкуренцию коллективам на фестивале, а зрителям его представят на концерте в честь 50-летия 23 марта. София Ценко, Андрей Печоркин, День с толком.